Всех приветствую, с вами Данск FF. И сегодня я расскажу вам о своем новом ковре. Я решил сделать обзор. Это коврик под названием Corsair MM250 Champion Series. Вот, немного предыстории, просто чтобы вы понимали, сколько у меня было ковров. Их было около 14-15, может быть больше, но я выписал здесь мои все ковры, чтобы поделиться с вами опытом об Корсаре. И немного предыстория. Вначале, ну, я очень давно играю в Counter-Strike, где-то около 20 плюс лет. И у меня было очень много ковров. То есть это от Bugs Bunny, если вы помните, от маленьких ковров. Потом у меня было SteelSeries Quick Heavy. Старая ревизия, очень хорошая тряпка. Жаль, что стилы сейчас в новой ревизии его испортили, сделали его спид. Вот. Потом у меня был SteelSeries Quick Plus Fnatic Edition, SteelSeries Quick Plus обычные 2 мм олдовые версии, новые версии, Razer Goliathus Speed, Razer Goliathus Control новые версии. Это вообще дерьмо, ребят, не берите эти ковры. Razer Gigantus использовал, QPad UC44, о котором я говорил на стримах. Это очень редкая тряпка. И я не знаю, где ее сейчас достать, но это один из самых хороших ковров, который я использовал до Корсара. Потом у меня был Pure Track Talent 6,35 мм, который у меня серого цвета такого был, с ячейками, на котором я выиграл LAN в 2019 году в ноябре. Потом у меня был SteelSeries Heavy новой ревизии, как вы уже знаете. Logitech G400. 440 я использовал, Zowie GSR Large у меня был, не особо мне зашел. Вот. И, наконец, Kingston HyperX Fury Navi Edition, на котором сейчас мы играет младший брат. Ну вот, к чему я это все. Короче, очень много было падов. И так недавно-давно я так подумал, что хочу еще что-то новое попробовать, и увидел, что Corsair сделали новый коврик. MM, там 250, вот этот Champion Series. Есть MM250, это обычный ковер черного цвета. Вот такой вот. Вот здесь у них своя поверхность, разработанная Корсарами. То есть это поверхность Sky Control. Она имеет размеры 450 на 400 и идеальную толщину, как по мне, 5 мм. И также есть ковер Corsair MM350 Series, только с прошитым оверлоком, то есть с прошитыми краями. Но я не стал его брать, так как мне прошитые края не очень заходят. Я всегда юзал без оверлока поверхность. Вот. Приходит вот в такой коробке ковер. Здесь, как вы видите, с Berlin International Gaming, это Tapson. Пишет, что типа ему нравится, типа поверхность, отличная поверхность, типа для использования с low sense и так далее. Это действительно так, решил записать этот обзор, так как ковер очень годный, реально, и он реально один из самых профессиональных ковров, реально профессиональных. Не то, что некоторые производители делают всякое говно, типа как Razer и так далее, я не буду говорить. С их OEM поверхностями, которые за полгода стираются где-то на 25-30%. Это полный бред. Сам Corsair я использую коврик этот где-то порядка недели. То есть, сейчас вам ниже покажу, чтобы вы видели. Мышка, то есть, на нем ходит хорошо. Немного маслянистый и... В принципе, скорость сохраняет. То есть, когда я быстро вожу, то есть у меня мышка нигде не залипает и ничего не мешает мне как бы использовать тряпку. Вот. Снимаю на вебку, так как не могу вам ближе показать текстурную поверхность. Но эта тряпка вообще я решил снять обзор у нее. Почему? Потому что она реально годная. И я ее советую. У меня было много ковров, как я в начале видео перечислял. Эта поверхность, повторяюсь, ткань 450 размер на 400 сантиметров.
Вот. И 5 миллиметров толщиной. Вот. А что еще могу добавить? Поверхность подойдет как и для низкого сенса, так и для большого сенса. Тут без разницы. И самое главное, когда на нем я играю или пользуюсь, я от него кайфую. То есть у меня не было такого от SteelSeries Quick Heavy, там новые ревизии и так далее. Я не получал такого удовольствия. Мне недавно человек написал, ты типа так говоришь, потому что он новый. Нет. Я реально юзал много ковров, и от многих ковров я не получал такой кайф, как от этого. Просто как бы реально это годная тряпка. Я решил записать видео. Вот. Небольшое так своего мнения личного. Цена составляет данного коврика 1500 рублей. Это вообще не так много. Например, те же Zowie GSR хотят там около 3000 рублей. Этот ковер Zowie столько не стоит, потому что он много притягивает пыли, и мне он не особо зашел. Он тоже как бы контрол, да, но он много пыли собирает, и с моим клинтом в Волгограде я не особо как бы заценил это. Вот. Чё так, пару слов, что сказать. Ну, в принципе, я его советую. Вот. Реально, кто хочет обновить тряпку, кто хочет реально профессиональный ковер, покупайте Corsair MM250 Series. Повторяюсь, как бы мне за этот обзор никто не платил, никто не писал. Я Корсаром ничего сам не писал на почту, так как у меня мало подписчиков и так далее. Но просто решил от себя сделать на эту тряпку небольшой обзорик, потому что она реально зашла мне. Вот. Это реально годная тряпка. Даже добавить больше нечего. Всем спасибо, кто смотрел. Давайте, ребятки, небольшой расход.